Жители аварийных домов стали счастливыми обладателями квартир в новом доме на Ярославском шоссе. Долгожданное жилье новоселы оценили вместе с представителями областного департамента строительства, районным и городским руководством. Очень хорошо. Одна комната сюда, другая туда. Хорошо. Мне очень нравится, что вот инфраструктура сейчас идет вместе с домом. Вы поглядите, как хорошо. Сегодня Ирина Смирнова может похвастаться двумя новыми комнатами. В свой старый аварийный дом на Ленина 19/18, где проживала 34 года, гостей приглашать стеснялась. Столетнее здание не раз горело и тонуло в грунтовых водах. Дом горел, регулярно подтапливался первый этаж, буквально сантиметров на 15. Потом как-то было затопило отопительную вот трассу. Мы сидели вообще вот в 96-м или 7, мы сидели вообще без отопления. У нас терраска на второй этаж уже отходит. Поднимаешься, уже наклоняешься в обратную сторону. Переселение семья ждала с 2012 года. Хозяйка надеется, что Новый год с мужем и сыном будет встречать уже в новой квартире за большим овальным столом посреди кухни. Мне очень нравится. Во-первых, кухни обычно они узкие и длинные. А здесь такая квадратная. Вот вы понимаете, я и представила на середину кухни стол. Не прямоугольный, а овальный. Он сближает. Однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры с индивидуальным газовым отоплением оснащены кухонным оборудованием и сантехникой. Всего в Угличе в рамках программы расселения граждан из ветхого аварийного жилья запланировано переселить 334 человека, проживающих в квартирах общей площадью 5000 квадратных метров. На сегодняшний день план выполнен более чем наполовину. Новое жилье получили 168 семей. В общей сложности за два года мы расселили 3200 квадратных метров, 26 квартир куплено. Вот мы сейчас на одном доме были, там 11 квартир, и еще в двух домах будут приобретены квартиры для горожан. И для нас это очень важно, потому что условия, в которых живут граждане, они не соответствуют никаким современным нормативам. Вот, например, этот дом 1800-х годов постройки. Мы понимаем, что за там, 100 с лишним лет... Даже при должном уходе он уже не соответствует нормам никаким современным. А люди, которые расселяются сейчас, они получают современное жилье, которое соответствует всем нормам. Мало того, у нас подрядная организация, у которых купили дома, это М2М, предоставляет нам дополнительно бесплатно дополнительные квадратные метры, то есть которые соответствуют всем современным стандартам. Комфортному жилью радуются семьи Тамары Осиповой и Ирины Набиуллиной. Их дом по адресу Ленинское шоссе 12 тоже признан аварийным. Черные от плесени стены, провалившийся пол и многое другое, с чем приходилось мучиться долгие годы, остается в прошлом. Дом пойдет под снос. Наш дом уже давно рушится, он уже старый, уже все. У меня, например, вся квартира угловая, она вся черная, канализация не работает. Так что я, как никто, наверное, в доме жду этой квартиры. Тамара Васильевна живет на первом этаже, ее топит снизу, а я живу на втором, так на меня просто сверху льет. Крыша дырявая вся насквозь, и балки сгнили все. Вот в прошлом году пришлось своими силами подставлять бруски, колотить, натягивать пленку, чтобы не лило в квартиру. Да-да. Новое жилье очень даже понравилось. Нам тоже в сравнении ни в какой не идет. Потолки высокие, окна чистые, так хорошо, стены такие. И, понимаете, заходишь туда, ну, может быть, обживемся и привыкнем, но сейчас разница огромная. Это огромный подарок правительства Ярославской области для людей, потому что, ну, что греха таить, в наше время, чтобы переехать из таких квартир, где, можно сказать, что полы на земле, где воды нет, где туалеты на улице. И вот такие хоромы, вот мы сейчас находимся в трехкомнатной квартире, ну, я говорю с полной ответственностью, не кривя душой, что, ну, я бы хотел в такой квартире жить, потому что здесь шикарно, вот стоим кухня, да, где она же и столовая, где можно даже любое мероприятие провести, где потолки натяжные, где индивидуальное отопление. Ну, это радость, при том, что перед Новым годом. В этом году у нас уже
близится к завершению выполнения целевого показателя. Целевой показатель у нас 9190 и 500 человек. То есть мы уже близимся к его завершению. В принципе, к концу года мы планируем даже немного перевыполнить наш показатель, как и в том году. В связи с этим, так как Ярославская область идет с опережением выполнения программы, нам в этом году выделено дополнительное финансирование в размере 500 миллионов рублей, которое в том числе у нас получает город Углич. На него будут, на эти деньги будут строить новое жилье, правильно? Будут строить новое жилье, да, потому что нам необходимо программу завершить так-то до 1 сентября 2021 года, но мы планируем ее завершить, конечно же, раньше. В связи с тем, что город Углич 2019 год тоже как бы выполнил больше объем, чем планировалось, так как у нас один из районов не смог выполнить, нам город помог Углич, и у них выполнение в том году было порядка 2000 по расселению, и в этом году, соответственно, у них где-то 1500 еще плюс расселения.